Итак, судим с Мурфика. Так, всегда был под кайф. Итак, мы судим Наруто, ребят. Использовал запрещенные боевые приемы. Стал обузой для семьи бедных гномов. Ну, это реально. Не убирала за своей собакой. Вот это плохо. Эгегей, всем привет, ребятки. Вы на канале Funny Games TV. Мы продолжаем играть с вами в симулятор бога. И поактивнее давайте наберем лайки. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал, кто еще не подписался. И мы начинаем. Верховный суд одобрял все ее решения. Но я не знаю, что за это ей поставить. Ладно, поставим пятерочку. Никогда не брала взятки. Ну, молодец. 5, очевидно. Изменяла мужа. Ну, это плохо. Блин, ладно, 5. Не выключала воду, когда чистила зубы. Ну, за это я не знаю, ну что. Ну, 1, ладно. И куда мы ее определяем? Ну, наверное, в рай, ребят. Ну что, ничего такого она, в принципе, не сделала плохого. Хотя за измену мужа можно было и в ад ее нафиг отправить. Ладно, поехали дальше. Итак, что у нас здесь? Ты еще кто такая? Так, все время спойлерила. Это плохо, кто спойлерит? Блин, ненавижу, ненавижу, когда спойлерят. В комментариях особенно. Ладно, минус 5 ей поставим, короче, в ад. Каждый день пыталась сесть на диету. Ну, это про меня, я тоже каждый день пытаюсь сесть на диету. Ну, ладно, это смешно. Блин, не знаю, 5 ей поставлю. Так, оставляла номера друзей в общественных туалетах. Блин, ну это плохо, дианонить нельзя. Все, в ад, короче, ну тебя нафиг, до свидос. Повышение, открыт новый ангел. Вау, только сейчас, давай получим. Отлично, ангела получили. Так, кому пекло, кому куча. Ну, наверное, да, вот так вот. Шух, так, ты кто? Я не знаю, это кто, ребят. Какой-то старик. Блин, ну старик, старик, старик. Я не знаю, это доктор, видимо, он спасал, наверное, людей. Ладно, давай отправим так. Ой, жесть, я не знаю, кого куда, ладно, эту девчонку в латексе отправляем в ад и идем дальше. Так, что у нас еще здесь? Уровень 19 завершен, отлично, и так у нас, кто теперь, очередная звезда? А, судить будем Наруто? Серьезно, ладно, давайте посудим его. Итак, мы судим Наруто, ребят, использовал запрещенные боевые приемы. Ну, я не знаю, я не смотрел ни одной серии Наруто, я вообще не особо люблю аниме, но как бы отношусь с уважением к тем, кто любит аниме, поэтому не судите меня строго, я считаю, что аниме говно, как бы вот, но никому об этом не говорю. Поэтому ладно, судим его, Наруто, боевые приемы, ладно, 5, это же аниме, воровал чужие идеи для новых приемов, да пофигу, ему все можно, наверное, простить, никогда не сдавался, о, за это 10. Нет, ну в ад Наруто не будем отправлять, пусть идет в рай, короче, ладно, идем дальше. У нас, короче, позитивный такой бог, он всех практически в рай отправляет. Так, притворялся близоруким, потому что в очках чувствовал себя круче. Блин, ну, я не знаю, ну что это же не особо такой грех. Ладно, 1. Так, запивал огромный бургер колой без сахара. Ну, это нормально. Наверное, как бы парень о своем здоровье заботился. Хлопал людей по спине, когда смеялся. Ну это да, это бесит, короче, ладно, 5. Ну блин, опять его, я не знаю, в ад или в рай его, ладно, в рай пусть идет. Всех, короче, в рай определяем, не знаю почему. Окей, идем дальше, уровень 21 завершен. Так, меня зовут Джек Рейн, я школьный учитель. Правда или ложь? Ложь, наверное. Ладно, я ученый, правда. Так, один из добровольцев покончил с собой. Ложь, наверное, ладно, он погиб во время эксперимента. Но я ни в чем не виноват, ах ты врешь. Такие эксперименты чреваты какими-то последствиями. Его родные получили большую компенсацию. Ну окей, поверю. Я все правильно рассчитал, он не должен был умереть. Врешь, врешь, мужик, я вижу по тебе. Так. Короче, что с ним будем делать, ребят? В рай, может быть, или в ад? Ну, в ад, он эксперименты над людьми проводил. Надо реально его в ад. По-любому. Уровень 22 завершен. Окей, идем дальше. Что у нас будет дальше? Так, кому пекло, кому кущи, блин. Ёлки-палки, жесть. Как же тут выбрать? Это же Майкл Джексон и, как его, группа Queen. Забыл, Фредди Меркьюри. Блин, блин, блин. Фредди Меркьюри, я не знаю, прости, Майкл Джексон, но все-таки группу Queen я люблю, наверное, больше, нежели песни Майкла Джексона. Ладно,
Блин, прости, пожалуйста, Джексон, но окей. Так, здесь, я не знаю кто. Вы вообще мне не знакомы, бородачи, я вас пофигу вообще. Одного туда, одного сюда, Таноса в ад нафиг, Танос плохой. Так, повышение открыт, новый ангел. Окей, ладно, поехали. Ох, почему я здесь? Я обычный учитель. Мы знаем про твой бизнес. Так, это, да-да-да, мы знаем. А что это ты тогда производишь и продаешь? Так, мы знаем про твой бизнес, да. Это же Уолтер Уайт из сериала, как его, «Во все тяжкие». Ну да, я владею автомойкой. Ты убил своих конкурентов, твой партнер во всем признался. Ты убил своих конкурентов. Вранье, больше ничего не скажу. Мы нашли деньги, которые ты закопал. Так, значит, ты ничего не ответишь на обвинение Фуса Гринга? Не признается. Че, ладно, заново. Так, а что ты тогда производишь и продаешь? О, во-во-во, мы его поймали. О чем речь? Иногда я работаю на автомойке, других доходов у меня нет. Ты убил своих, твой партнер во всем признался. Вот так. Ха, вот скотина, он просто пытался от меня избавиться, я больше ничего не скажу. Значит, ты ничего не ответишь на обвинение Фуса Гринга? А, я хороший человек, а он злодей, а он злодей. Так, признайся, тебя поймали с поличным, твои опечатки есть на оружии и упаковках, вот. А, вот это, наверное, выберем. Ладно, я виноват. Да, мы его разоблачили, окей, ну тогда в ад тебя. Ну, чувак, извини, пожалуйста, хотя сериал самый крутой во всей части. Во все части. Так, окей, идем дальше. Что у нас здесь? Это что за знаменитость такая? Ты кто? Это кто, ребят? Я вообще не знаю, кто это такая. Ладно, давай ее судить, но надо рекламку посмотреть. Я не знаю, кто это, ребят. Мне кажется, это из какого-то мультика диснеевского. Так, обманула охотника и втянула его в неприятности. Блин, ладно, минус. Так, А, это же это, как ее, спящая красавица, точно, гномы. Понял, все. Стала обузой для семьи бедных гномов, ну это реально. 6 нафиг хотела помочь старухе и купила у нее яблоко. Ну ладно, окей, пятерочку. Убила мачеху, надев на нее раскаленные башмаки. Вот же гадина, все, в ад тебя, спящая красавица. Ну реально, ну да, что тут все так преподнесено, что она... У, Пиноккио судим! Ладно, постоянно врал, но это минус. Он ребенком вроде был, замучил ку, которая проглотила его отца. Не, ну за это плюс. Подкупил фею, чтобы она сделала его человеком. Ну, ладно, это тоже плюс, он хотел быть человеком, стал добрым, послушал мальчика и заботился о больном отце. Ну, это, за это 10. Ладно, Пиноккио, в прошлый раз я тебя в ад отправил нечаянно, в этот раз иди в рай, бро, ты нормальный чувак. Ладно, поехали дальше, так, спасибо, нет, так, ты кто? Не убирала за своей собакой, вот это плохо, сразу 10 тебе. Ходила по велодорожке, тоже нарушение очень плохое. Каждый день ходила за пробниками духов, а бесплатно пробники, видимо, брала. Тоже, короче, тебе минус. Все, в ад, девчуля, до свидос, в ад. Так, давай смотреть, что дальше у нас. Поехали, так, не знаю кто, давай, могу я сначала пойти в рай? А почему я не могу туда сходить, там же можно вроде ангелов поставить. Ну окей. Какая-то девчуля в маске приходила на дни рождения чужих людей и ела торт на халяву. Ну так, к чужим людям приходила, ну нифига ты прошаренная. Так, пятерку, воровала полотенце из отелей. Да, ну ладно, не такое уж большое нарушение, но пятерку, но все равно, это чужой бизнес, чужие деньги. Так, выводила обидные слова на грязной машине соседа. Ну за это тоже тебе 5. Короче, минус 16 мы собрали, тогда все, в ад тебя. Повышение открыть новый ангел. Окей, давайте получим. Ох, выбери того, кто хуже. Так, не-не-не, убила мальчику, надев на нее раскаленные башмаки. Так, допрашивай приступок при помощи пыток. Вот этого выберем, который хуже. Выбрать надо того, кто хуже, да? Брал в плен солдат и мирных жителей, сажал их на кол. Жесть, вот этого выбираем. Окей, дальше поехали. Так, и чего? Его сейчас будем судить? А, нет, просто уровень завершен, ну окей, ладно. Поехали тогда дальше. Итак, у нас знаменитость, и кто на этот раз? Это кто? Ты кто? Я чуть не знаю, кто это, ребят.
Элвис Пресли? Нет. Стиви Вандер? Нет. Это кто, блин? Ладно, давай его судить. А, это, возможно, Элтон Джон, ребят. Да, пританцовывал под музыку. Нормально, нормально, десяточку. Тренировался все свободное время. Окей, тоже десяточку. Слишком любил внимание. Ну, а что здесь плохого? Все любят внимание. Все, Элтон Джон врать. Это, видимо, Элтон Джон, я так думаю. Так, окей, поехали дальше. Кто у нас еще? О, Бородач, здорово. Бородач, это ты, Бородач? Ребятки, подари у невесты фальшивое кольцо. Блин, ну это плохо, чувак. Ну ладно, три поставлю тебе. Шпионил за соседями, за соседями с помощью беспилотника. Блин, ну это тоже плохо, нельзя так делать. Не поливал растение, которое подарила мама. За это вообще 10, все, ват. Уйди отсюда, чтоб я тебя не видел. Так, окей, идем дальше, ребят. Так, ты кто? А ты кто? Ты кто? Досаждал людям чтением стихов? Ну, блин, ну это ничего такого. Ладно, троечку поставлю ему. Так, переставлял фигуры на доске, пока противник не видел. Это плохо. Минус 5 сразу. Тайком фотографировал людей. Ну, в этом ничего такого плохого нет. Ну ладно, троечку ему поставлю. Блин, куда, в ад или в рай? Да, твоя борода и твои усы дурацкие. Поэтому за это в ад, чувак. Бесишь. Ладно, идем дальше. Так, что у нас? О, отправь брюнета в рай, блондинов в ад? Вау, а как мне это сделать? Блондинов в ад, окей. А брюнеты? Брюнеты в рай. Окей, блондинов в ад. Зачем? Зачем это делать? Почему такая сегрегация? Так, меня зовут Стелла Джобс, я юрист. Врешь, собака. Ладно, я домохозяйка, мой муж недавно умер. Блин, ложь, ну правда, наверное. Я не могу смириться со смертью мужа, я так его любила, он моя половинка. Так, ну даже не знаю, ну наверное врет. Ладно, мне все равно, я его не любила, он тот еще мерзавец. Но теперь я понимаю, кого я потеряла. Врешь? Да, я была рада от него избавиться, и все же я его не убивала, он умер от инфаркта. Ну это правда, наверное. Я потрачу его состояние на благотворительность. Да врешь. Ладно, я вышла за этого тоста сумма. Блин, ну нет, ее ват, она какая-то врунишка. Все врет и врет. Окей, так, что у нас еще? Почему я... О, опять еще знаменитость какая-то, ребят. И это кто, Смурфик, что ли? Ладно, давайте судить Смурфика. Итак, судим Смурфика. Так, всегда был под кайф. Смешно. Блин, ну ладно, минус 5 тогда. Наспал чары на старика. А, насылал чары на старика и его кота. Блин, ну ладно, минус 5. Эксплуатировал детей, тоже минус. Блин, ну что, Смурфика в ад, что ли? Прости, прости, чувак, ладно, в ад тебя. Ой, жесть. Короче, ладно, ребятки, на этом мы на сегодня закончим. Кому пекло, кому кучи. Блин, ну не знаю тебя, наверное, ват. Да, так, здесь же, здесь что, я не знаю. Ну, этого тоже ват. Пиноккио или это? Нет, Пиноккио хороший. А это, блин, надоело. Гномов. Гномов довела просто. Все. Все, на этом точно заканчиваем, ребят. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вступайте в Телеграм, в группу я создал. Телеграм, там выкладываю каждый день всякие новости и прочее. Короче, всех рад видеть. В общем, всем удачи и всем пока.